Отлично. Так, все окей. Включился снова. Так, где мы? Смотрим. И нам, походу, вперед. Левее немного. Пустынный город, друзья. Ветер дует только. Налево. Выполните разворот. Затем поверните налево. Направляйтесь на восток. Через 400 метров поверните направо. Пустынно, никого нету. Ну, ребят, смотрите, тоже видите, все кафе закрыты по ходу дела. Вон кафетерии тоже все закрыто. Здесь то же самое, как я понимаю. Сейчас, друзья. Где мы находимся? Ага, нам куда-то левее, куда-то левее. Я не пойму, тут где центр. Правее. Вот он. Тишина, вообще никого нет. Все чисто. Вот, ребят, такие домишки стоят. Поверните направо. Балконы. Затем поверните направо. Так, направо. Окей, направо. Тут еще в этом городе крепость есть, но в крепость мы не пойдем гулять. Парковка хорошая. Опа. Альманса. Поверните направо, затем выполните разворот. Так, мы где-то куда-то приближаемся, наверное, к центру уже, что ли, не пойму даже. Что-то все одинаковое. Центр всегда отличается. Угу. Налево, налево. Панадерия. Через 300 метров плавный поворот налево. Друзья, с каким цветом у вас ассоциируется Испания? У меня вот с желтым. Желтый и коричневый немножко. Ассоциация Испании. Потому что чаще всего такой вот цвет. Везде. Пошли. Пойдемте сюда, ребята. Это центр.
понимаю, мы в центре находимся. Затем поверните направо. Какой здесь центр? Такой маленький городок. Так, сейчас. Ура, вперед, окей, привет, Алексей. Все, сидит дома, ага. Алексей, у тебя же iPhone 8, у него камера 4К. В стриме у тебя максимальное разрешение 720, так что проблема не в телефоне. Смотри настройки. Так, а больше, телефон больше 720, Дмитрий, он не хочет. Он больше не дает, то есть приложение больше не дает, приложение. Приложение только 720, 480, и все. Приложение больше не дает, GoPro. Если GoPro. А, если сам телефон пробовать. А, да, это же я про GoPro сейчас говорю. Ага. Хорошо, попробую. Хорошо, повторим коммент с предыдущего стрима. А, повторю коммент. Хорошо, Дмитрий, попробуй телефон 4К сделать. Ну, я не знаю, будет ли он вообще стримить, конечно, 4К. Там, наверное, трафик очень мощно будет идти. Я так думаю. Блин, не могу говорить с этой маской. Трек тогда будет мощно идти. Ну попробую, хорошо, попробую. Спасибо. И вот, друзья, мы в центре, по ходу дела. Такой небольшой центр интересный. Небольшой центр. Катимся. Ой, блин. Так, здесь походу все заканчивается. Thank you.
Это какой-то центр Меркадонна. Народ никого не видно. Вот, друзья, видно какой-то центр исторический, красивый. Типа церквушки. И пойдемте дальше погуляемся немножко. А, здесь можно здесь ехать. Так, окей. Вот и весь, в принципе, город, друзья. Такой небольшой. Вот уже такой симпатичный домик. Очень интересный такой. Маленькие балкончики. Парк пустой. Кафе тоже не работает, конечно, везде. Сразу что я показываю. Ну, прохладник очень, из-за ветра очень холодно. Автоскола. Что-то здесь вообще нет, все закрыто. Все магазины закрыты, может, съест, конечно, сейчас.
Кафе закрыто, понятно. Друзья, все тут, в принципе, покатались вот, по городу. Хотят, поехали в сторону дома. Вот опять этот дом. Сейчас посмотрю, куда нам ехать. Так, 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 навигатор. Опа. Так. Через 200 метров поверните налево, затем поверните направо. Так, сейчас, друзья. Так, опять по навигатору. Красоты. Ага, вот так вот. Вот, ребят, видите, впереди стоит эта башня. Крепость местная. Альманса. Затем поверните налево.
направо, затем держитесь левее. Держитесь левее, затем держитесь левее. Держитесь левее. Еле тащит. Видели еще в другую сторону? Еще горочка небольшая. Все, друзья, здесь тоже все закрыто. Никакой кафе не работает. Тоже город вымер. Только Меркадонна. Повороты. Угу. Да, вроде бы. Thank you.
классно, ребята. Солнышко классное, блин, ну клопов пипец. Пипец, ветер дует. Ту-ту-ту. Прям в чем-то ходить. Дует, блин. Катались, замерз пипец, клатун такой. Фу. Вот как ветер дует. Жесть какая-то. Так, сейчас, друзья, опа, откроем. Заносим. Опа. Оп. Так, сейчас. Оп. Вау. Мы с вами нагулялись. Скорее. Так, сейчас выйдем тихонько. Вот, вытащу. Опять утихольчик старый. После прогулки. А, да что ты будешь делать? Опа. Окей.
Так, друзья, сейчас немного выдохнем и поедем. Фу. Накатались. Сейчас зарядочку, наверное, поставим сразу на все это дело. Пум-пум-пум-пум-пум. Разряжается потихоньку, чтоб мы контакт не потеряли. Ага. Так. Ага. Сейчас выдохнем, поедем дальше. О, 30 минут покатаемся, а я сейчас. Интернет такой здесь плавно, хотя подключился, то хорошо. Угу. Так. Все, ребята, замерз пипец, конечно, вообще. Фух, ветер дует, надо было опять шапку одевать. Что-то я тормознул с этим делом. Без шапки вообще очень сложно. Ребят, очень холодно просто. Так. Опа. Монетизацию ставлю, ребят. Опа. Все. Так. Последняя станция. Последний городочек, наверное, был. Сейчас мы поедем, наверное, до Константайны. Уже время уже 4:30, чтобы к вечеру приехать. Так, так, так. Будет отличненько. Так. Угу. Так. Угу. Так. Понял, 4К это максимальное, 1080 достаточно. Так вот, я 1080 сделал, Дмитрий. У меня сейчас 1080, и вот как. Мне просто сказали, что у меня телефон, мне кажется, я его просто бэушный брал в Латвии. Вот, и мне кажется, его просто утопили.
Вот, поэтому, мне кажется, он не очень сильно работает. Так, мои Sony, ребята. Там проблема живого стрима. Не в телефоне и не в GoPro, а все упирается в интернет, в трафик. Может быть, да, может быть так. Друзья, может быть так. Согласен. 720 за глаза. Угу. YouTube на 4К видео не будет. Думаю, да. Итак, я не призываю 4К стрим делать. Просто хотел уточнить, что, скорее всего, не в телефоне проблема. Можно не торопиться его менять. Не знаю, мне кажется, вот мне сказали, что у меня матрица так плохая, наверное. Мне кажется, у меня просто телефон утопленник типа того. Ретине боль. 720 на ретине боль. Ага. Да, на смартфоне норм. Я согласен, безусловно, телефон не проблема в данном случае. И в дождь, и ветер Алексей снимает свои репортажи. Да-да-да. В общем, город-призрак, типа. Ну да, примерно так. Приятно покататься с Алексеем. Молодец. Спасибо. Алексей, возвращайтесь в этот дом. Греться и пить кофе. И беседовать с нами. Окей, Лена, хорошо. Он только уехал. Ага. Так, сейчас я тут поставлю. Так, греться. Сейчас погреемся немного. Погреемся, друзья, потому что прям, конечно, вообще не знаю, слышно в камеру, не слышно, ребят, но дует конкретно, прям дует. Вообще жесть. Друзья, опа. Угу. Сейчас здесь чат откроем. Я хорошо читал. Добрый день, восхищает. Чистота во всех городах. Согласен, Людмил, очень чисто, кстати. Сколько градусов тепла, что-то легко одеты. Ну, вообще 12, но, ребят, дождик очень... Ой, ветер очень сильный просто. Да, некому мусорить. Привет, Алексей. В Праге морозы завалило снегом. На ближайшую неделю сильные морозы. Понял, Дим, приветик, Дим. Понял, как в России морозы. Вот ли, отлично. Привет, водила, включай дорожное радио. Ага, спасибо, хорошо. Всем здрасте, привет, Станислав. Марвин, да, ПРФ так не поездил. Давно бы уже ходовую пришлось менять по таким дорогам. Ну да, согласен, ребят, согласен. Наверное, так и было бы. Да. Ну, не знаю, самокат, конечно, у меня так тоже, я вес у меня большой достаточно, видите, ну, пока вроде меня возит, одним словом. Как там уж дальше будет, пока непонятно. Вот, ну, надеюсь, что нормально. Выдержит какое-то время хотя бы. Так, где чат-то? Чат-то что-то не открывается, чат. Ага, вот вроде грузится. Ага, вот. Так. Угу. Все, друзья. Отлично, ребят. Сейчас немножко выдохнем и поедем дальше. Супер-пупер.
Дальше, друзья, у нас что по плану? По плану сейчас мы посмотрим, что у нас по плану с вами. Нам осталось немножко уже. Деревушки здесь маленькие есть. Но я думаю, у них нет смысла заезжать в эти деревушки. Вот, поедем, наверное, город. Вот. Вильену тогда заезжать не будем. Раз завтра с Сашей поедем туда. Друзья, Вильену. Вильена. Вот, тогда у нас получается, друзья, в принципе, вот и все. Ребята, вот Константайна. Уже. Вот и заканчивается небольшое наше путешествие. Если в Вильену ехать завтра. Нам осталось с вами всего лишь вот час один ехать, ребят. 95 километров через Вильену. Если мы не заезжаем, то, в общем-то, вот 95 километров, и мы уже в Константайне. 58 минут. Стоп. Убегает, пардон, ребята. Ребята, замерз капитально. В Испании тоже бывает холодно. Чехии, привет. Ага, приветствую, ребят. Давайте с хорошим еще раз днем. Сегодня очень прохладненько прям. Конечно, морозик, а я и такой хороший. Вот так вот. Супер-пупер. Вроде бы солнце, ребят, конечно, солнце оно очень сильно радует, но вот ветер такой хороший очень. Ребята, соскучился уже по этому региону. Мы здесь где-то не были, наверное, с июля года полтора. Мы отсюда в начале сентября уехали из Тривьехи. Мы поехали тоже, соответственно, через Бенидорм, через Кальп, вот через эти все местечки красивые. Уже прошло полтора года, как мы отсюда уехали. Вот. Я сейчас, считай, возвращаюсь. И жили какую-то часть в Салоу. Ну, кто помнит мои видео. Вот сейчас здесь. Я. Так. Донат по PayPal 10 евро. А сколько вы получили? Имеет смысл или нет? PayPal. Наталья. Наталья, ну если можно, лучше он Donation Alias или лучше на карточку Тинькофф. Конечно, PayPal он там забирает хорошенько очень так. Ну, если ничего нет, то, конечно, лучше на него. Спасибо большое. А так, если вы можете на Тинькофф там или вот на Donation Alias, ссылочка в описании. Сразу же там в описании там Donation. Можно туда. Вот. А так давайте хотя бы на PayPal, тоже отлично будет. Спасибо большое, Наталья. Спасибо. Алексей, так вы хотите сегодня эти 90 км бахнуть? Ну да, ребят, я уж проехал 110 сюда. В принципе, сегодня, наверное, махну уже что-нибудь приехать. Да. Ну я посмотрю, конечно, может, в Вене. Может, в Вене здесь интересное такое, может, сегодня тут остаться. Посмотрю сейчас, конечно, ребят. Так, 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 сейчас Вену мы найдем по парку Фунаю. Ну, если просто сейчас в Вену приеду, я уже там, наверное, останусь. А лучше сегодня Константайну, а завтра с Сашей съездим. Так, так, где у нас Вивена? Это еще разочек. Эльче, Эльда. Так, тут сразу не разберешься. Ага, вот мы где. Каунета.
А вот Вивьена, друзья, Вильена. Так, а вот парковочки тут есть. Друзья, парковочки есть. Город, кстати, такой не маленький достаточно. Вивьена. Угу. Вот даже автодома стоят здесь. Встают на ночь. Большой городочек, ребят. Так. Ага. Вот такая большая парковка есть. Ну, наверное, сегодня я, наверное, доеду, чтобы мне что-то немножко встать на место уже. К одному месту ближе. Так, вот мне, друзья, что-то прислал мне Вокси смс-ку. Сейчас переведем, почитаем, что он тут хочет на эту тему. С тарифом связанное. Вы, вероятно, ожидаете сообщения о оплате за роуминг. Ну нет, вы находитесь в нашей зоне Европы. Видите, что пишут, ребят? В нашей зоне Европы. Поэтому любые минуты, текстовые сообщения или данные, которые вы используете, стоят столько же, как если бы вы были в Великобритании. Видите, как тариф? Таким образом, вы можете оставаться на связи с друзьями и семьей в Великобритании или в любой точке европейской зоны, без дополнительных затрат. Вот. Чтобы узнать условия, перейдите на Вокси. Угу. Будьте в безопасности, находясь за границей. Звоните в любую службу, службу экстренной помощи 112. Вот, ребят, видите, тариф одинаковый в Великобритании, по всей Европе. Потом постоянно мне это сообщение шлет. Такое вот, как я только что пересекаю. Да, мой быстрее всего сегодня поеду туда. Антон Васин, новая камера, картинка супер. А, да не, ребята, GoPro-шка, она не новая, конечно, соответственно, у меня уже она была. Вот, просто, ну, через GoPro хорошо, ребят, получается, через GoPro. Видите, качество хорошее такое прям. Угу, прям, да, вот сижу, кофе пью с вами. Вообще сказочно. Сейчас, ребят, попьем кофейку. Гуляют девушки. Здесь, конечно, такая улица вообще какой-то. В общем, ребят, этот город такой, как его назвать можно. Вот Роха, как там был, Роха, какой-то еще там был первый город сегодня, который был. Я там не делал стрим, вот тоже такой, как небольшая такая дыра. Но здесь не дыра, здесь больше немножко вот этот город, Альбанса. Ну, такой тоже, ребят, конечно, сюда очень просто так сюда, ребят, заезжать смысла нету. Просто если что-то вот там занесет, просто там переночевать или мимо едете, захотелось там пообедать, можно прогуляться так вот. Так, конечно, лишний раз смысла нет заезжать. О, поэтому так тут. Алексей, а какой у вас тариф? Стоимость, в смысле, количество гигабайт? Мой, значит, такая ситуация. 45 гигов у меня по всей Европе. Но YouTube бесплатный. Если, соответственно, я вот эти 45 гигов не потратил, у меня YouTube там просто входит бесплатно сюда. YouTube. Вот, если телефон прям пользуется. Пока так. А так 45 гигов, ребята, достаточно так много. Я, в принципе, вот месяц я ничего не потратил. Не знаю, может, у меня и тратится, просто надо мне будет сейчас трафик посмотреть. Вот, но пока вроде бы все супер-пупер. Ну, поэтому такого еще ничего не было такого, чтобы что-то потратилось. Так, сейчас, друзья. Так. Сейчас посмотрю. Туда носики, ребят, мне перекинул. Так, так, так. Так. О, 10 евро. Наталья, спасибо большое, Наталья. Наталья, спасибо большое, все пришло. Спасибо вам за донат. Час назад. Спасибо большое, Наталья. Спасибо. Очень рад. Ребят, спасибо большое, ребят, что так помогаете. Вам вообще супер. Вот. Дальше. Ага, 3 часа назад. Мой сим. Ага, только сейчас писали. 2 евро. Спасибо большое. На каву. На каву. Спасибо, Моя. Спасибо тоже за донат. Спасибо, ребят, большое. Ребят, донаты прям, как говорится, мотивируют снимать. Показывайте, с вами общаться, ребят. Очень мотивирует. Спасибо большое. Так, сейчас. 20 часов назад. 50. О, Лилия. Удачи вам на дорогах. Лилия, спасибо большое. 50 евро. Спасибо, Лилия. Вообще супер. Спасибо большое вам. Удачи на дорогах. Спасибо, Лилия. Вообще супер. Спасибо. Удачи на дорогах. Так, аноним, 50 рублей день назад. Спасибо большое. Михаил Уэв, 10 евро. Спасибо, 2 дня назад. Спасибо большое, Михаил. Спасибо за донат, ребят. Спасибо, вообще супер.
Отлично, да. 100 рублей, аноним, 2 дня назад, ага. Анна Ильина, 50 рублей, 7 дней назад, ага, спасибо, Анна, там тоже читал. Спасибо, ребят, большое за донаты, спасибо, супер просто. Ребят, спасибо, что помогаете, отлично. Спасибо. В Толедо не поехал, ну ничего, ребят, сейчас здесь берег будем смотреть, если остановлюсь где-нибудь. Так, сказал мой. О, дошел донат. Да, спасибо большое, мой. Спасибо за донатик. И Наталья. Наталья, и вам спасибо большое. Спасибо. Так, прекрасно. А мы думали, что не дошел донат. Не, ребят, все дошло, ребят. Просто я уж тут каждый день, ну, не захожу, не смотрю так, через день вот так вот, потому что... Вот, спасибо большое. Да, наконец-то все пришло. Отлично. Наверное, получше будет. Супер, ребята. Очень классно. Все окей. Да-да, что-то. Сейчас, ребята, здесь, конечно, я и работу поищу, тоже посмотрю, там еще что там в Бенедорме. Или Аликанте более-менее. Ну, здесь, конечно, сложно, ребят, здесь сложно в этой части. Город небольшой еще. В Валенсии тоже, говорит, с работой очень так тяжело. Самые такие города, наверное, здесь, ребята, это только Мадрид и Барселона. Ну, правда, мне ребята предлагали тоже работу. Вот я дядя искал. На этой, на Майорке. На Майорке тоже там. 1000 евро в месяц, плюс бесплатное проживание. Вот такое вот. Ну, соответственно, там штробить стены к электрике. Такая работа была. Ну, дядя не поехал, отказался, что-то он не захотел на Майорку лететь. Вот в Барселону тоже ехать, вот около нас. Но около нас там ничего путного не было. Поэтому вот так вот получилось, как получилось. С перебивками, одним словом, вот так. Спасибо, ребята, за донат. Очень приятно, друзья. Все доходит, друзья, донаты все доходят. Все супер. Вот уже 54 минуты, сейчас, наверное, камера скоро быстрее всего отрубится, наверное, час. В общем, я сейчас вот снимаю 1008, как я помню, тоже качество примерно такое же, да? Или вот все-таки от 720 отличается, напишите, вот как вам. Вот сейчас 1080 у меня идет. Да, это было 720. В принципе, там картинка хорошая была и здесь тоже. Как я понимаю. По крайней мере, ребят, здесь регион уже более-менее приятнее, хотя бы из-за того, что здесь больше солнечных дней. Солнца здесь больше, чем вот, например, на севере Испании. На севере Испании, помните, я снимал, там вообще солнца почти нету. Все загорожено тучами. Здесь более так приятненько. О, классный. Подожди, кофе отлично вообще. Пожалуйста. Спасибо. Сейчас картинка лучше. Окей, Антон, окей. Сейчас лучше. Все-таки 1080 получше, наверное, да? Как понимаю, чем 720 даже. Ну, тогда я оставлю 1080, потому что тоже, в принципе, он час снимает вполне нормально. А, 700. Главное, чтобы интернет тянул. 720 тоже норм. Угу, тоже. Ну, вроде бы нормально, ребята. Видите, сейчас, не знаю, с карточки, я не знаю, так как вообще тянет. Я вот, конечно, сегодня залезу, посмотрю, как вообще там на эту тему. Пока Роман сказал, где-то там, говорит, в правом углу искать, где там вообще интернет совпадает. А я почему-то там лазил, а я пока не нашел. Ну, сейчас посмотрим. Ребят, симка пока интересная. Симка. Вот. Если бы нет симка, ребята, я сейчас здесь, конечно, стрим таки не проводил. Потому что в Испании интернет очень дорогой, если брать именно испанский. Там вот 30 гигов дается за 20 евро. Ну, 30 гигов, ребята, уйдут моментально там за 2 стрима. За 2-3 стрима сразу идет 30 гигов. Это надо какое-то брать. Здесь безлимитный, вот мне писали ребята. Что только контрактные. Контрактные, соответственно, ребята, это контракт на год минимум. Это геморрой, в общем-то. Так, все, друзья. Кофеек. Вот, друзья, такая жизнь в автодоме. Уже сегодня, получается, у нас понедельник. Вот, это получается, я выехал в пятницу. Вот, ребят, по сути дела, уже 10 дней прошло, как я выехал с севера Испании. Видите, как у меня получается. Там я пару недель пожил. Вот дальше поехал сейчас.
дальше где-нибудь остановлюсь. Как это назвать? Такая бродячая жизнь. Путешественника. Примерно так. Но видите, друзья, я уже обратно не хочу идти в систему. Хотя и без бизнеса уже остался. Вот, возвращаться не хочется. Поэтому хочется как-то уже или здесь как-то остановиться, или вот по-другому, но уже вот обратно уже никак. Потому что, видите, ребят, уже вырвался. Если бы я там вырвался на какое-то время, то другое дело бы там назад, может быть, меня затянуло бы. А мне туда уже так сложно затянуть. Юля пыталась это сделать, или там в Россию. А? Не хочется нифига. Свободу почувствуешь, уже совсем по-другому ко всему относится. Друзья. Так, сейчас мы. Так. То есть он тоже. Ага. Ромек. А что за симка? Ребят, Вокси называется. Вокси. Сейчас я напишу. Вокси. Вокси. Наберите прямо в интернете. Ой, блин, русскими, извиняюсь. Сейчас. Вокси. Я боюсь, что сейчас скоро их накупят. Накупят, ребят. Трафик будет жраться по Европе, по всей. И отменят эти симки. Что-нибудь придумают. Так, это Алексей, доброго дня и удачи в пути. Скинул донатик и поставил лайк. О, спасибо большое, Кать, спасибо. Спасибо, донат. Супер, спасибо, что везде катаете и за позитив. А, отлично, отлично. Спасибо, Кать, большое. Спасибо за донатик, спасибо. Супер, спасибо. Ромек, точнее, что за оператор? Вокси, это, по-моему, на базе водофонов. Ну, наберите просто Вокси, и там все появится. В интернете наберите Вокси, ребят, если все появится там. А, Виталий удалил. Угу. Вот, посмотрите. Кто, ребят, живет в Европе, то, в принципе, это самый хороший вариант, кто находится в Шенген-зоне. Леша, просто я моряк, и мне нужна симка по всей Европе с пополнением через интернет. А, ну вот это как раз ваш вариант, Ромек. Вот, Вокси, это ваш вариант как раз, там 20 паундов, и у вас будет везде интернет, и все отлично будет. Может быть, YouTube там смотреть, и все без проблем. Вот он включает. Но это 20 паундов, это где-то 45 гигов. Там разные тарифы есть. Вот, поэтому, в принципе, вам такой же тариф, наверное, как у меня, вот взять, и будет отлично все. Так что смотрите, ребят. Уже, в принципе, друзья, мне уже многие написали, уже много очень подписчиков уже эту симку взял. Мне ее рекомендовал Ярослав. Ярослав, если будешь смотреть, тебе еще раз спасибо. И вот мне он ее прислал в Швецию. Сейчас я еще такую эту симку закажу, потому что я боюсь, что она через 4 месяца может отрубиться, так как я в зоне Англии не нахожусь вообще. Вот. И уже многие эти симки уже накупили. Я не знаю, как вообще это все будет из разных стран. Потому что, видите, везде в Германии, там везде интернет очень дорогой, ребят. А это такой более-менее хотя бы лайтовый вариант, что хоть можно как-то там что-то и смотреть видео и все остальное. Так, Даниэль, прав Леха про свободу, затягивает. Да-да, Даниэль, согласен очень. Поэтому, конечно, возвращаться, ребят, даже с минимальным бюджетом, я там остаюсь сейчас уже там как-то уже ведь донаты, что-то, работы какие-то такие, вот это все там YouTube, там минимально что-то, но обратно не хочется идти, ребят, ни в коем случае, я назад вообще никак прям, никакими моментами. Комфорт мне сильно такой больно не нужен. Ну, конечно, я его буду делать, потому что у меня супруга есть. Но, соответственно, друзья, что уже вот назад там где-то там в российский бизнес что-то опять идти, пытаться тыкаться, прыкаться, блин, уже вообще никак не хочется. Я как вспоминаю, только у меня сразу волосы дым встают и, как говорится, жизнь заканчивается. Не хочу там ничего плохо говорить, ребят, но вот, в общем-то, сразу у меня получается, я как в ступор какой-то вхожу, и мне ничего не надо уже. Вот, поэтому так. Согласен, Даниэль. Так что, друзья, попробуйте. Так бы, конечно, да. Ведь, видите, очень многих, ребят, такой момент есть, что тут, как говорится, такой баланс. 50, ну, как говорится, там, до, скажем так, нуля, и вот выше нуля, вот, грубо говоря, если так вот брать все. Если вы уже попробовали немножко кусочек свободы, там, вышли уже на какое-то время, например, там, месяца 2-3, если вы уже не работали, ребят, то обратно, в принципе, вас уже туда сложно затянуть. И даже там какими-то деньгами большими очень сложно уже, понимаете. Если вы вот так выезжаете там на месяц, на 2 недели, на 10 дней, то еще как-то вы еще раз обратно вроде опять раз туда вас тянет, и вы опять работаете, все остальное. А когда уже, скажем так, тем более у меня там несколько лет уже прошло, там 9 лет я уже катаюсь. Ну, первых 2, там, ладно, еще я там еще так еще приезжал, там что-то смотрел на работе, все остальное еще пытался как-то что-то делать. Учился еще параллельно по бизнесу. Вот, а потом, когда уже выходишь, так скажем так, какое-то уже время тебя вообще здесь нету, то, конечно, потом уже вряд ли ты уже обратно пойдешь. Поэтому это, наверное, вот здесь во всем в этом. Поэтому люди уже как немного отстают, свой образ жизни меняют, и уже, конечно, смотрят уже на все вещи по-другому.
уже и там никакие джипы, ничего такого уже не нужно, никакие понты, вот, никакие статусы, все это, в принципе, уже становится просто смешно на это смотреть. Ну, ребят, кто-то этим живет, к сожалению, и видите, и этим живут, ребят, к сожалению, очень большая масса людей, вот. Я вот даже приезжал, даже с кем-то даже встретиться было, ну, где-то там вроде случайно, где-то встретиться, потому что люди тебя смотрели на меня так, ох, слушай, а ты как так? Вот. И уже по мне видно было, что я уже не в теме там бизнеса такой вот, ну там не ушлый такой, не этот самый, я уже там мыслю по-другому и уже там лишний раз там в ресторан не иду, например, вот так там, или там что-то, скажем так, деньги не кидаю. Вот, а люди так тоже смотрят, так, и более-то, в принципе, я уже им интересен становлюсь, понимаете, потому что у них свое окружение, там надо постоянно вот это, подпитывать вот это состояние, понимаете, что ты там такой весь крутой, вот, я там в кармане финансы есть там достаточно, понимаете, вот поэтому здесь уже разные вещи. Антон. Алексей, какие планы на лето? Какие планы на лето? Да, ребят, я даже не знаю пока, какие планы, я даже не знаю, где я буду, даже пока ничего нет, никаких планов, пока вот еще весной надо, я хоть супругу хочу свою увидеть, говорю, супругу дождаться, чтобы супруга ко мне приехала, а там уже будет видно, там, до лета, ребят, надо дожить, даже не знаю, где я буду. Быстрее всего где-то буду в Испании, вот, чем-то буду заниматься, может быть, сейчас буду смотреть еще раз, что сейчас здесь можно видеть, сейчас недвижимость, сейчас все заглохло полностью, вот. Какие-то бизнесы заглохли. Сейчас буду смотреть вообще, что здесь делать можно вот так вот хотя бы, что как. Вот, а так, конечно, друзья, пока, Антон, даже не скажу, какие планы. Я даже не знаю, что у меня через месяц-то будет, понимаете. Пока вот вроде хочется мне, я там с Юлей тогда вот не договорился. Мы так остались три вехи. Мне пока сейчас хочется в Бенедорме пожить месяцочек. Просто хотя бы в Бенедорме познакомиться с этим местом интересным. Такой, потому что, в принципе, оно так завернуло. Там рядышком Алтея, Кальпу, вот туда вот съездить тоже посмотреть немного. Так, ну, соответственно, где-то остановиться комнату. Вот. А там уже как и дальше будет. Может, я вернусь опять в Каталонию. Потому что в Каталонии у меня там даже друзья уже остались. Там мне хороший друг очень. Вот. Поэтому, может быть, вернусь туда, ребят. Не знаю. Посмотрю сейчас, как по ситуации будет. Или здесь где-то вот. Как сейчас вот какой-то момент, вот сейчас определенный будет такой. Или там в этой части Валенсиане я останусь. Или там в Каталонии поеду опять. Вот пока вот непонятно. Вещи остались сейчас в Каталонии. Ну, вроде пока они не нужны. У меня с собой все есть. Там много всего осталось там. Каких-то вещей-то. Вот а у нас там миксеры разные, все остальное. В общем, для комфортной жизни такой, более комфортной. Ну, соответственно, в квартире, не здесь. Вот. Ну, сейчас посмотрим, как будет дальше, ребят. Сейчас время покажет. Поэтому, Антон, пока никаких планов на лето. Я даже не могу ничего сказать, потому что непонятно, в общем-то. Так, так. Так, ребят, если отрубится, ребят, я включу следующий стрим. Так что переходите просто хорошо, друзья, как увидите следующий стрим. Потому что камера, видите, сама по себе работает и живет. Мне кажется, что тебе на месяц не подходит, что... там штробить лучше сдельно на несколько дней как подработка. Тогда да, мой, я так в принципе хочу, я же там тоже как договариваюсь то ну там просто если говоришь сразу там давайте я там неделю поработаю, то им просто не скажут вообще, а там вроде договариваешься хотя бы там какое-то время там, например, там 2-3 недели хотя бы до месяца, тогда люди как-то более-менее еще вот. Поэтому, конечно, согласен, что лучше сдельно что-то, но ведь чтобы что-то сдельно, это какую-то там бригадку там какой-то объем брать, а я еще пока не специалист, и, соответственно, здесь у меня нет еще опыта какого-то там. Мне сейчас тут предлагал там, если специалист, давайте мы вас возьмем. Я говорю, я пока подсобник. Подсобники нам не нужны. Вот так вот, и все. Поэтому во многих местах мне так уже отказывали. Там подсобники не нужны, а сам своих подсобников до хера. Вот, поэтому, ребята, в Стокгольме тоже там, мне там в одном месте хоть обломали, потому что они говорят, нет, если были спецом, мы бы вас нелегально взяли. Вот, а подсобник, извините, пожалуйста, вам не нужно. У нас все есть. В принципе, подсобничью работу ее может и специалисты делать, правильно? Просто, соответственно, они берут подсобник, потому что вроде дешевле оплата, и вроде бы там, чтобы там специалист был занят своим делом. А так ведь там, например, рушить здание может и специалист, правильно, ребят? Просто там взяли люди, они там и порушили, и все сделали, и все остальное, так? А я, например, могу только одну сферу выполнять. Ну, правда, очень много бытовых нюансов, потому что я помню, там всякие, даже цемент занести, еще что-нибудь принести, там принести, тут принести. В принципе, там очень много работы вот такой, ну, которая просто такая, как называется, бытовая, типа того. Так она вроде такая невидная. Вот, и вроде ничего не решает, но в то же время там ее очень много. Даже те же уборки, там что-то донести, подать, принести, там тут что-то поделать, там поделать, это тоже, в принципе, время занимает. Вот. Но не все это по-разному все это превоспринимают. Поэтому, ну, посмотрим сейчас. Конечно, ребят, месяцами там работать или график там 6 дней в неделю, там с 8 до 6, например, там даже до 8, до 8, с 9 до 8 вечера, это, конечно, жесть полная. Поэтому я такого точно не хочу себе. Что хочется, это, конечно, как-то вот лояльно, там, недельку-две поработал, например, там, месяц, вполне как-то, ну, чтобы, ребята, я уже раз говорил, вкус жизни не потерять, понимаете, если просто я уже там больше 10 дней херачу, там, ну, там, каждый день я ни света белого не вижу, как у меня в Голландии было, это, конечно, ребят, вкус жизни очень быстро теряется вообще, я сразу же, у меня уже начинает уже голова,
Я уж, конечно, там себя в руки беру, чтобы хоть там подзаработать, типа, но уже, в общем-то, хочется где-то и прыгнуть. Поэтому, конечно, ну а видите, тут же не, кажется, не я это решаю, а решает там, например, работодатель. Поэтому там один раз ты скажешь, извини, пожалуйста, я тут отдохну, потом приду, потом он скажет, извини, пожалуйста, иди отсюда, и мне не надо такие работники. Вот, я уже, ребята, тогда в Голландии работал, я как там пишу, там, я в 3 часа уйду, он говорит, как в 3 часа уйдешь? Нет, нет, мы хотя бы до 6 минимум, понимаете, поэтому тут, ребят, везде свои какие-то есть нюансы. Хотя мне вот, я даже, я не стремлюсь там к каким-то большим деньгам, мне даже столько бы хватило, но, к сожалению, по-другому все. Мойщиком окон можно работать. Да, в принципе, ребята, уборка, кстати, вообще даже без проблем даже. Вот я, как понимаю, в Европе даже мужики на уборке работают. Я, в принципе, даже сам не против, мне без разницы, что, в принципе, делать. Можно и уборкой вполне позаниматься, и вообще пофигу. Да то, наоборот, там 2-3 часа в день поработал, там свои там эти 30-40 евро заработал, в принципе, и вот тебе, пожалуйста. Ну, где-то вот 3 вехи 9 евро в час примерно, 9-10 евро в час. Вот на севере Испании сказали 15 евро в час по поводу мойки тут, уборщицы. Вот, поэтому, ну, свои плюсы-минусы везде, конечно. Так, Лариса Белосова. Леша, привет. С Рубинска. Как ночь прошла? А, Лариса, спасибо, Лариса. Да отличная ночь была, Лариса. Все нормально, все тихо. Никто ко мне не лез. Мне, ребят, сказали, там, встань, говорит, к стенке, типа, дверь прикрой. Ну, я же не стал уж это делать, просто уже устал. Опять надо там было автодом дергать. Не хочется там заводить его лишний раз уже. Потому что, ребят, ну, как-то уже там, уже когда там остановишься где-то, уже не хочется лишний раз. Ну, все нормально, ребят, место спокойное. Видите, ребят, когда ты так вот едешь, тебя очень сложно так вот выследить. Если там не автобандит ночуешь, потому что сложно там куда-нибудь заехал, там кто более ничего знает, так. Тем более ты там не неделю стоишь, а ночь одну, например. Поэтому тут сложно что-то там залезть, все остальное. Вот, в этом плане сложнее. Поэтому здесь вот так вот путешествовать, видите, когда там в горке выкатываются, то есть стараться съезжать какую-нибудь там, например, в деревеньку раз, то, в принципе, вас не отследишь больно. Ну и... Опять же, будем говорить, что не все вот прямо лезут там воровать, везде там одно воровство, мошенники. Воров очень много, да, вот есть там регионы, говорят, там вот такие. Автобаны, вот, вот прям Гену Италии, там вообще вот этот автобан, который там вообще лучше нигде не ночевать, лучше куда-то далеко уезжать в горы. Ну, недалеко там, хотя в деревеньки какие-то, потому что там вообще они прям пасут. Прям пасут, то едет там, особенно на русских номерах, на других номерах, просто пасут. Я уже с кем только не разговаривал, кого только как не ловили тоже. Вот эта вот трасса идет от Франции до Барселоны, вот эта трасса идет, тоже платная, там тоже пасут. Тоже какие-то там косовары работают там, или вот откуда-то там с Косово, сербы какие-то, в общем, я вот мне как только говорил. Вот, вот там тоже, говорит, прям пасут, тебя прям ловят. Вот даже Саша вот мне историю рассказывал, кому сейчас я еду. Тоже его там остановили. Тоже, в общем, там прям вот у них вот бизнес. Вот эти вот места вот надо аккуратно. А где здесь вы тут едете, извините, ну тут такая трасса, она не вот такая популярная, поэтому здесь более... Тем более сейчас карантин-то вообще, наверное, мне кажется, все уже прикрыто, эта тема. Поэтому сейчас все, наверное, более поспокойнее. Так, Леха, чтобы начать работать мойщиком, надо потренироваться на генеральной уборке автодома. А, ну, подколол, Владимир, хорошо, по генеральной уборке автодома. Хорошо, хорошо, ребята. Да, друзья, не знаю, свое как-то я не очень хочу, я даже лучше кому-то заплачу за это дело. А когда уж сам что-то работаешь, я уже к этому просто по-другому отношусь. Ну, хрен его.